Значит так, сегодня я хочу сделать такое, что никто не делал. Да. Значит так, посмотрите, типа. Это автомат, который будет в сегодняшнем видео. Он даже не помещается в кадрах. Вот такой. С лазером. И ногами. Патроны? Есть, но это Бэйбис. Советую покупать. Лайк. Посмотрите. О-о-о-о, я трансформируюсь. Я. Узнаете? Не в том-то дело. Сейчас я еще и переоденусь. Тут у меня еще две гранаты, и сейчас пистолет там еще, и заодно будет автомат. Я буду стрелять с балкона, да, я. Людей. В машину тоже. Из базуки. Ну, базука такая маленькая, типа, ну, что не видно, вот, не будет такого. Так что я буду так держать, что вы не будете видеть. Так как пестик я не нашел, будет только вот эта снайперка, и будет... пистолет, автомат, который будет сменный. Значит, вот я выхожу на балкон. Вот типа сегодня у нас такая погодка. Так, там будут люди, конечно. Я буду по ним стрелять. Ну, значит, так. Я буду работать, я в деле. Секунду, я пошел. Значит так, мы продолжаем. Вот посмотрите, как все обе выглядят мои. Прикольные. Винтовки. Вот такая перезарядка. Вот такая перезарядка, и вот тут такой курок. Рука должна быть большая, и тут палец, то вот так. Опускать это дуло. Здесь должны быть патроны, я сейчас их вставлю за кадром. Вы это не слышали, короче? Значит, вот. И вот вторая, в ней патроны, но сейчас я их тоже уложу за кадром. Все, я все сделал за кадром. Ну, пошли в дело. Ставьте. Секундочку, я хочу вас еще как-то поставить. Значит, по темпу так вы сможете видеть только, как я буду их бить так, что вы не видите. Я забыл вам показать, что у меня вот еще рация. Альфа-2-1 вызываю. Я на высотке. Раз, два. Как слышно? Слышно все хорошо. Хочу сообщить. Мы здесь в очень плохой ситуации, на нас напали. Кто напал? Прием. На нас напали зомби. Откуда? Хрен его знает. Перехожу на прием. Сообщайте, когда сможете. Пока. Точнее, прием. Значит так, слышали, что с ними случилось? На них напали зомби, не смогут прислать подмогу. Значит так, будем мы сами справляться. И пишите в комментариях. Граната! Лагусик, значит, все очень хорошо. По темпу сейчас я буду брать смену. Как кто хочет.
Можете называть меня великим. Мне это без разницы. Называйте как хотите.